Александр Шипов, начинающий предприниматель. Недавно он открыл семейный бизнес вместе с супругой, небольшой косметологический кабинет. Мужчина считает, что онлайн-сервисы – один из самых перспективных инструментов для продвижения услуг на рынке. С их помощью можно научиться работать в социальных сетях и грамотно презентовать свое дело в интернете. Сейчас вот посещаем семинары для того, чтобы узнать новый опыт, который есть у людей, которые занимаются больше нас предпринимательством. Вот, уже несколько семинаров я посетил, было очень интересно, продуктивно. И сейчас вот организация «Право» дает возможность увидеть новых спикеров. Онлайн-сервисы помогают создать фундамент для развития успешного бизнеса. Они способны существенно облегчить жизнь людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Например, управлять предприятием, товарооборотом для розничной торговли, построением и продвижением сайта компании, а также анализировать рынок и даже искать клиентов. Онлайн-сервисы – это, в частности, для бизнеса речь идет. Это сервисы предоставления специальных услуг разного рода, которые помогают малому, среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям. Сейчас вот с последним законодательством, самозанятым гражданам, как-то стартануть. Семинары для уже действующих и начинающих предпринимателей проходят в Самаре практически каждый день. Их организацией занимается Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. По словам организаторов, в современном мире существует огромное количество онлайн-сервисов, инструменты постоянно обновляются. Чтобы научиться работать с ними правильно, нужно обладать определенными знаниями. И семинар будет направлен на то, чтобы рассказать предпринимателям, как правильно настроить данную систему для того, чтобы она работала. Этот семинар далеко не последний. До конца года в Самаре проведут еще 13 тренингов на разные темы по бизнесу. После лекции предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию у опытных спикеров. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События.